У всех поступков есть последствия. Приходи каждый день на работу и не отступай. С каких пор успех в этой стране – преступление? Мы обнаружили подозрительные торговые операции. Такое постоянно происходит. Все три компании связаны с Бобби Аксельродом. Если правительство будет мне указывать, что можно и нельзя покупать, я лучше прикрою лавочку. А я не хочу ее прикрывать. Ты не распознаешь правильное решение, даже если оно стянет с тебя штаны и отсосет твой крошечный... Пол Джаматти. Дэмиан Льюис. Следуй за деньгами. Откажись. Надо бы. Но какой тогда смысл в этих деньгах, если нельзя сказать иди нахуй? Миллиарды. Смотрите в 2016-м.